Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Светлана Облязова. В этом выпуске я расскажу вам о книге Марин Джонсон «13 маленьких голубых конвертов». Марин Джонсон – американская писательница молодежной фантастики, известная по сериям книг «Маленький голубой конверт» и «Хроники Бэйна». Будущая писательница родилась в 1973 году в США в семье инженера и медсестры. Изучала письмо и театральную драматургию в Колумбийском университете, где получила степень магистра философии. Дебютный роман Марин Джонсон вышел в 2004 году. Сейчас же на счету писательницы 13 произведений. Дебютный роман Марин Джонсон был опубликован в 2004 году. Сейчас на счету писательницы находится 13 романов. Успех и известность романистке принесла книга «Пусть идет снег», созданная в соавторстве с Джоном Грином и Лорен Миракл. Душевная, добрая, романтическая история о волшебстве в канун Рождества получила восторженные отзывы читателей. Первое письмо. «Дорогая Джинджер, я никогда не придерживалась правил, и ты это прекрасно знаешь. Поэтому тебе, возможно, покажется странным, что сейчас я пишу о них. И более того, собираюсь им следовать. Для чего эти правила, спросишь ты? Ты всегда задавала хорошие вопросы. Помнишь, когда ты была маленькой и приезжала ко мне в Нью-Йорк, мы играли в игру «Сегодня я живу в...» Думаю, больше всего мне нравился вариант «Я живу в России». Мы всегда выбирали его зимой. Ездили в Метрополитен-музей полюбоваться на русские произведения искусства. Топтали снег в Центральном парке, а затем ходили в тот маленький русский ресторан в Вилледже, где подавали действительно вкусное соленье. А у окна сидел странный лысый пудель и облаивал проезжающие машины. Мне хочется сыграть в эту игру еще раз, только сейчас она более реалистичная и называется «Я живу в Лондоне». Ты, конечно, уже заметила, что я вложила в конверт $1000 наличными. Это на паспорт, билет в один конец до Лондона и на туристический рюкзак. Несколько долларов тебе понадобится на такси в аэропорт. Как только забронируешь билет, соберешь рюкзак и обнимешь всех на прощание, съезди в Нью-Йорк, посети китайский ресторанчик «Лапша» на 4-й стрит. Он находится под моей старой квартирой. Там тебя будет ждать нечто важное. Оттуда сразу поезжай в аэропорт. Ты отправишься в путешествие по разным странам. И продлится оно несколько недель. Вот правила, которым ты должна следовать. Правило первое. Весь твой багаж должен поместиться в туристическом рюкзаке. Никаких чемоданов или ручной клади. Правило второе. Нельзя использовать путеводители, разговорники или любые другие пособия по иностранному языку. И никаких журналов. Правило третье. Никаких заначек, кредитных дебетовых карт, дорожных чеков или чего-то подобного. Я обо всем позабочусь. Правило четвертое. Никакой электроники, то есть нельзя брать с собой ни ноутбук, ни сотовый телефон, ни плеер, ни фотоаппарат. Ты не можешь общаться с родственниками или с кем-либо еще из США по телефону или через интернет. Допускается и даже поощряется отправка писем и открыток по обычной почте. Сейчас это все, что тебе нужно знать. Увидимся в ресторанчике «Лапша» на 4-й стрит. С любовью, твоя сбежавшая тетя. Джинни Блэкстон всегда старалась быть незаметной, что, в общем-то, было нелегко, так как за спиной у нее висел пурпурно-зеленый рюкзак весом в 14 килограммов. Она взвешивала. Ей не хотелось думать обо всех тех людях, в которых она врезалась, пока тащила его. Рюкзак явно не предназначен для Нью-Йорка.
да и для любого другого места в городе, особенно в районе East Village в этот приятный июньский денек. Прядь волос застряла под лямкой, поэтому Джинни пришлось слегка опустить голову, что тоже не радовало. Прошло 2 года с тех пор, как Джинни в последний раз была в пристройке над ресторанчиком «Лапша на 4-й стрит». Ее родители называли эту квартиру тем местом, что над фабрикой жира. И это было совершенно справедливо. В «Лапше» все было очень жирным. Но это был хороший жир. Здесь готовились самые вкусные клёцки в мире. За прошедшее время Джинни подзабыла дорогу, но это не так уж страшно, ведь в самом названии содержался адрес места. Ресторанчик действительно располагался на пересечении 4-й стрит и авеню Эй. Улицы с буквенным обозначением отклонялись на восток, а с цифровым шли дальше в модный East Village. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Книга очень вдохновила. Все эти путешествия девочки Джинни захватили меня с головой. Эта история помогает всем людям поверить в чудеса. Каждый город, посещенный Джинни, особенный по-своему. Кто не читал данное произведение, могу с легкостью посоветовать. Очень интересный сюжет, несколько неожиданный конец, печальный. После прочтения так хочется отправиться в путешествие и посетить те страны, которые упоминаются в этой книге. Во-первых, у книги очень красивая обложка, ее интересно рассматривать. Сама книга очень вдохновляет, она повествует нам о девочке Джинни, которая отправляется в путешествие по Европе. На этом пути Джинни придется столкнуться с преградами и выполнить все задания, открыв 13 маленьких голубых конвертов, которые девочке оставила ее тетя. Книга заставит вас самих отправиться в путешествие, потому что она очень атмосферная. Если вы любите путешествовать и рисковать, то тогда эта книга определенно для вас. Там люди курили, носили латекс и никогда не бродили по улицам с рюкзаками размером с почтовые ящики. И она, наконец, увидела ее, ничем не примечательную лапшичную, рядом с жужжащей неоновой вывеской карты Таро Павловой. Как раз через дорогу от пиццерии с гигантским изображением крысы на стене. Джинни открыла дверь, раздался тихий звон колокольчика, и на нее резко подул кондиционер. Женщина за стойкой, похожая на фею, разговаривала одновременно по 3 телефонам. Это была Элис, владелица заведения и любимая соседка тети Пэг. Элис, увидев Джинни, широко улыбнулась и подняла палец, показывая, что надо подождать. Закончив разговор по всем 3 телефонам, хозяйка воскликнула: «Джинни, сверток, Пэг!» и тут же исчезла за бамбуковым занавесом, скрывавшим дверь в служебное помещение. Элис была китаянкой, но, как Джинни узнала от тети Пэг, владела английским в совершенстве. Элис любила сразу переходить к сути, поэтому речь ее всегда была отрывистой, насыщенной резкими паузами и отдельными, как будто вырванными из контекста словами. Ничего не изменилось с тех пор, как Джинни была здесь последний раз. Она посмотрела на подсвеченные картины, на которых была изображена китайская еда, на пластмассовые образцы креветок с кунжутом, цыпленка и брокколи. Они светились не очень соблазнительно, скорее радиоактивно. Кусочки цыпленка были слишком маленькими, глянцевыми и оранжевыми. Креветки с кунжутом казались чересчур белыми и большими. Брокколи было таким зеленым, что почти слепило. На стене висела вставленная в рамку и увеличенная фотография сияющей Элис и Рудольфа Джулиани. Однажды он посетил это местечко. Запах тоже был знаком. Тяжелый маслянистый дух жареной говядины и свинины с перцем и сладковатый аромат отчанов с дымящимся рисом.
Этот запах просачивался через пол тети Пэк и насквозь пропитывал ее саму. Он всколыхнул воспоминания, и Дженни даже захотелось обернуться и проверить, не стоит ли тетя Пэк позади нее. Но, конечно, это было невозможно. «Вот», — сказала Элис, вынырнув из занавеса с коричневым свертком в руке. «Для Дженни». Сверток, раздутый мягкий коричневый конверт, и правда был адресован ей, Вирджинии Блэкстоун, но был отправлен Элис в ресторанчик «Лапша» на 4-й стрит, Нью-Йорк. На бумаге, пропавшей жиром, был лондонский штемпель. «Спасибо», — сказала Джинни и осторожно протянула руку за конвертом, боясь при малейшем движении завалиться вперед, лицом на стойку. «Передавай привет, Пэк», — добавила Элис и взяла телефон, собираясь заняться заказом. «Хорошо», — Джинни кивнула. «Конечно». Оказавшись на улице, девушка судорожно огляделась в поисках такси. Ее вновь обуял страх перед будущим. Желтые машины, походившие на чудовищ, мчались по улицам Нью-Йорка, увозя вдаль одних и приводя в ужас других пешеходов, которые, казалось, искали укрытие. Джинни заколебалась, раздумывая над тем, стоит ли вернуться и рассказать хозяйке заведения о случившемся с тетей. Ее книга «13 маленьких голубых конвертов» – это история про девушку Джинни, которая получает от тети 13 маленьких голубых конвертов. В первом конверте $1000 на билет в один конец до Лондона и письмо, в котором объясняются несколько простых правил. Весь багаж Джинни должен поместиться в рюкзаке. Ей нельзя пользоваться путеводителями, разговорниками, телефоном и интернетом. Благодаря этим загадкам Джинни ожидает путешествия в Европу. Благодаря этим загадкам Джинни отправляется в путешествие по Европе, не догадываясь о том, какой подарок ей приготовила тетя. Узнать, чем закончилась эта история, можно, прочитав книгу «13 маленьких голубых конвертов», которую вы найдете в центре чтения Дворца книги. А вы читали, Марин Джонсон? Делитесь в комментариях.